Итак, Falling Home, наш Валли и его подружка. Куда же нам идти? Мы оказались в каком-то ущелье, по-моему, да? Пещера, ущелье. Ну, ущелье. Видно небо, значит, это ущелье. Мне кажется, что так напрямую идти не стоит. Может быть, дам какой-нибудь даже голем. Не зря же здесь сделан... Не зря же здесь сделали подъемчик. Сбоку. Предел. Достигнут предел, достигнут беспредел. Эх, не хватило. Ну, честно говоря, задалбывает ждать. Ну давай, 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 давай. Не, не залезет, да? Вот мы и забрались на верхний уступ. И пойдем здесь вот, наверное, сбоку как-нибудь. Нет. Придется залетать. Так, 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 так. Кстати, я так и не нашел какой-то кубит или что-то такое. Что-то связанное с кубом, какой-то материал. Топливо добавим. Ведь что тут? А, это у меня пушка же. Ну, постой, вернись, я здесь за камнями. Где за камнями? Где ты за камнями? Странные роботы, почему у них нету обозначений никаких? Ну, там, я не знаю, радиосигнал, пеленгатор или еще что-нибудь. Где что за камнями-то спряталось? Наверное, все-таки нужно было вниз, да, спуститься? Понизу пройти. Или нет? Тык-тык-тык. Ничего не видно? Темнотища. Могли бы ночью покороче сделать. Что-то как-то слишком долго. А на карте ее нет у нас метки, да, никакой? Типа сам догадайся, где я. Почему он сказал, постой, вернись? Сохранюсь-ка, наверное, и вернусь. Если не это, то уже загружусь. Заново все это дело пробегать никакое желания нету. Прошелся я по ущелью, по низу. Тут буквально все дно засыпано полезными ископаемыми. И вот еще одни полезные ископаемые. У меня уже просто навалом их. А вот это, наверное, нет, это фотоники какие-то. Сканировать ресурс. Кубус. Блин, а чего был похож-то, я так и не понял. Собирай весь, какой попадется, много понадобится. Так, феррон. Собираем феррон. Блин, я так и не понял, здесь какая-то фигня была, на что она была похожа, вот от нее след остался, да? Все остальное О, кубус, кубус, кубус. Нет, это феррон. Это растение. Вот он, кубус. Ясно, в бочках. Так, мне нужно что-то было сделать с кубуса. Ладно, сейчас соберем тогда все. Вот еще кубус. Это феррон? Нет. Еще кубус. Да, тут конец, тупик все-таки. Здесь нужно было сходить, но нужно было сходить только чисто за ресурсами. Чтобы были ресурсы. Так, давайте скрафтим что-нибудь и феррон подберем, который нужен. Ремонтная плата, ремонтная плата. Ну, пускай будет, да? Что нам? Лишняя ремонтная плата нам не помешает. Ой, блин, а нафиг она мне нужна? Это же ремонтная плата. Это не ремонтный набор. Мне ремонтный набор надо было скрафтить. Туранон. Вот у меня туранона нет, да, феррона дофига. Блин, ну ладно. Что-то я не то скрафтил, короче. Энергоячейка. Семена, фотоники. Не, фотоники нужны и Кренобль. Газ. Давайте сделаем, тоже будет нужно. Так, так, так. Устройство связи. Проводка, нано. Аттрактор. Вот аттрактор нужен был. Для этого нужно нано. Нано у нас
Да, вот для этого нужно было, кубусы нужны были. Так, нано и аттрактор. О, это у меня какая-то фигня. Можно подбирать и носить металлические объекты малого и среднего размера. Окей. Так, ну хорошо. Дособираем всякие... Опять феррон предел. Куда у нас феррон уходит? Чтобы его заархивировать. Вот провода нужно сделать, да? А нужны они будут? Нет, мне кажется, нужны будут. Но это не точно. Ладно. Не будем тогда. Так, фотоники. Добудем. И уже тогда обратно придется возвращаться. Пешком нужно поверху идти. Так, и грибница. У нас уже тут расцвело. Красотища. Ну, графика обалденная, конечно. Если не еще длинная ночь такая, было бы вообще замечательно. А лучше бы сделали какой-нибудь длинный день. Ну, типа, мол, это планета, у которой там 2 или 3 звезды, да? Это было бы вообще замечательно. Не нужно было бы... Так, ну-ка. Ну, сейчас надо уже перелететь. Так, стоп, сейчас зарядимся. Красота. Я скоро стану профессионалом в этих прыжках. Ну и наш робот тоже, конечно, станет профессионалом. Мы вместе с ним, вместе с нашим Вали, который, кстати, похож, мне напомнили очень своевременно. Я совсем забыл про... Вот эти дымки, они появляются заново, кстати, респятся все эти штучки. То есть ресурсы у нас появляются, они не исчезают. Если достаточно подождать, они заново возобновятся. Ресурсы возобновляемые. Про номер 5 был фильм такой, старый, комедийный. Там еще снимался актер, который был в полицейской академии, Махоуни. Вот он там снимался. И замечательный фильм, мне очень нравился. Так, еще раз нас. Жалко, здесь нету быстрого сохранения. Во всяком случае, я что-то даже и не посмотрел. Ну-ка, секунду. Параметры. Ну да, тут как-то не особо управление. Движение. Полет, открепить, прикрепить. Быстрое сохранение. F5, F9. Все, есть быстрое сохранение. То, думаю, было бы удивить. Вы че? Серьезно? Че это темнеет так? Опять посветлело. Непорядок. Так, F5. Все, я же, блин, сам поднимаюсь на стуле. Когда этот робот бит. У него какая-то газовка это снизу. Горелка какая-то слабенькая. Так, кстати, топливо что-то у нас как-то поубавилось, да? Да, добавили. Подзаправили нашего малыша и пойдемте. Так, нам куда? Наверное, сюда, да? Эй, ну что ты уперся-то? Сюда или не сюда? Нет, наверное, что-то я не знаю даже. Как-то здесь все так двусмысленно. Я вот на эту штуку, я, наверное, не заберусь, мне кажется. Она какая-то огромная. Значит, надо под ней пройти, наверное, может быть. Так, сохранимся на всякий случай. Черт, текстуры глючат. Так, ну-ка. О, отдалили. Пройду я здесь, нет? Нет, явно здесь не пройду. Здесь не предусмотрен проход. Просто сделано так, что... Просто сделано так, в общем. Так, а может быть как-нибудь вот сюда запихнуться? Не получается, да? Я не знаю даже. Уцепится? Нет, не уцепится. Да, еще и поломался слегка. Ну ладно, это не страшно, не критично. Всего на 2%. Да что ж такое, а? Ты что такое? Вот и вылетели. Окей, значит, с другой стороны надо попробовать.
52. Слушайте, только что было 66 зарядов. Они как-то тратятся, что ли? Они зависят... А, они зависят от энергии. Все, я был неправ. Пушку крафтить мне не придется по новой. Не, я здесь тоже свалюсь. Она какая-то вся наклонная. Слушай, а может быть здесь дело в переносе? В переносе каких-то штуковин. Так, четвертая, да? Среднего и большого размера. А что здесь могу перенести? Здесь я ничего не могу перенести. Сам себя бы перенес, да? Нет, это не хватается даже. Черт, может быть нужно было какой-то камень здесь. Давайте попробуем. Раз, два, три, поехали. Yes, я забрался. Я не верил в силу этого малыша, он, оказывается, смог. На пределе возможностей, но смог, тем не менее, отлично. Поехали дальше. О, перед нами долина какая-то. Поэтому нужно какую-нибудь пушку. Не-не-не, вот такую вот взять. На всякий пожарный. И где ж ты, Ева? Или Анна? Как там ее? Ани. Слушайте, никакой метки нету. У ней, наверное, сломались все навигационные приборы. Поэтому ее никто не может обнаружить. Ресурсики. Так, и пора бы уже батарейку сожрать, да? Где у нас батарейка? А я делал батарейку? Нет, я не сделал батарейку. А смогу ли я сделать? Смогу. Отлично. Да, 81 заряд сразу. От энергии зависит. Все, в пушке 81 заряд. Сколько энергии, столько и зарядов. О, там металлический... Какой-то, какая-то металлическая мачта. А здесь целый оазис. Вы посмотрите, оазис. Это, наверное, останки бывшей цивилизации, которая здесь жила. На этой планете. Так, надо сохраниться. Мало ли тут какой-нибудь голем выскочит, да выпрыгнет, дает нашему роботу по башке. Что же у нас здесь? Напоминает чем-то атмосфера игру Battlefield 1, пустынную часть. Вступают слегка ударники, они приносят тревожную составляющую. Дунц, дунц, видите, как сердце бьется, как будто. Так, это ресурсы. Нет? Нет, это не ресурс. А неужели кактусы? Везде кактусы можно превратить в ресурсы, а здесь у вас нельзя? Вы издеваетесь? Ну да, семена вот можно только. Короче, это не ресурсы. Ну ладно. Ладно, хорошо. Вот там газ, я вижу, есть. Это тоже не сосется. А нет, семена, семена, семена кактуса. Отлично. Еще похоже чем-то на Звездные войны. Там, где была планета пустынная, где мальчик этот был. Энакин, по-моему, да, его звали? Так, что же у нас тут есть? Какая-то палатка. А в ней грибы. Здесь грибы выращивали. Вот что здесь выращивали. Давайте соберем грибы. Давно грибов... А, грибы все. Грибы не нужны больше. Пойдемте проверим. Наверняка же здесь есть кто-нибудь или какие-нибудь следы остались. Ух ты, это что такое? Так. Это феранон. Чья-то нога, короче. Замечательно. А это что такое? Упаковано и готово к отгрузке. Танки с водой, наверное, какие-то. Это не феранон. Сумка. Прям как Seven Days to Die. То это какие-то тараканы, хотел сказать. Нет, это ракетки какие-то. Так, это что такое у нас? Не работает. Какая-то гоночная машина. Я же говорю, как в Звездных войнах. Так, вот там за... лежат... за ширмой фотоники. Отлично. Ну, с ресурсами понятно все. Давайте как-то все-таки... поближе к телу. Что-то интересное у нас будет, нет? Нет. Сейчас все обшарим, конечно же. Но мне кажется, уже ресурсов у меня под завязку и так
Хотелось бы найти Еву. О, кубус. Кубус — это хорошо. Еву или намеки на то, что где она была, и была ли она здесь вообще? Никаких намеков нету. Мертвый городок какой-то, мертвая деревня. О, кстати, наверх можно же залететь. Ха-ха. Ну, феронон у нас есть, да? Сверху у нас какой обзорчик. Так. Странно, почему-то у этого городка нету никаких намеков на то, что здесь была Ева. Переключить, не хватает энергии. Переключить что? Интересно. Вот какой-то столик с какой-то фигней, ее нужно переключить. Так, а ну-ка, вот так вот, если... Не, не берет, ничего не делает. О, вот как можно озираться, да? Отлично. Так, ну, видать, не дошло еще до этого. Пойдемте дальше исследовать следующий домик. Это что за колодец у нас? Там есть что-нибудь? Нет, там ничего. Вот, здесь что-то искрит. Надо, наверное, починить. И у меня есть ремонтная плата, как... Кстати, да? Видать, не зря я сделал. Так, окей, отлично, мы починили генератор какой-то. Давайте зайдем, посмотрим, мало ли что здесь. Что-то поскрипывает. Потрескивает. Фотоники, ну у меня их, по-моему, полно уже. Переключить. О, свет дали. Бедный наш робот, один-одинешенек, бродит по неизвестной планете, пытается что-то включить, сам не понимая того, что он делает, зачем это делает. Тут какие-то иероглифы, смотрите, табличка. Переключить. Блин, да это лампочка обычная, господи, я-то думал. Здесь будет что-то высокотехнологичное, это просто лампочка оказалась. Короче, робот-электрик у нас. Вот там искрится что-то, давайте заберемся туда. Ну, же не зря искрится, правильно? Вот и здесь дымок. Так, здесь вроде ничего не надо больше чинить, да? Сейчас заберемся. Требуется ремонтный набор. Ремонтный набор. Так, давайте еще сделаем. Ремонтная плата, может быть, да? Это же, наверное, ремонтная плата нужна. А, не, господи, там изображение было. Вот такая штучка нужна. Все. Ремонтную плату понравилось сделать. Здесь буря собирается. Кажется, дождик собирается из песка. Так, а что я починил? Зачем это все? Вот там еще какой-то прибор. Я так вот долечу? Нет, интересно. Вот там какая-то красненькая еще штучка валяется. Ну-ка, давайте посмотрим. Да что ж ты все ломаешься, блин? А, спасательный круг, господи, я думал, что-то интересное. Ремонтный набор для себя использовать нельзя. О, не ремонтный набор, а вернее плата это, да? Это что такое у нас? Не, это не нуждается ни в чем, ни в починке. Какая-то супер-мега-пушка, похоже. Или что-то подобное. Так, ладно, что ты... Да что ж ты будешь делать, а? Опять сломался, чувачок. О, панель управления прожектором. Что-то я, в общем, включил. Очень похож на Вали, кстати, этот чувачок. Лазит, тыкает. Помните, там еще тараканчик прикольный был такой. Прожектор. Вот прожектор я включил, да, наверное. Гля, тут летают эти твари. Так, где у нас пушка? Пушка, пушка. Давайте их убивать. Их там три. Я вообще их не попадаю, да? Их четыре уже, они размножаются.
Может, они питаются энергией? Нет, что-то я явно не попадаю по ним. Ну их нахер. И мне надо батарейку делать. И слопать ее. Так, ладно, этот домик мы весь осмотрели, опробовали и включили даже здесь лампочку. Вот энергоячейка, кстати, уже нужна. Фотоники, вернее, да? Фотоники, фотоники, протоники. Так, еще, по-моему, пару домов я не осмотрел. Вот этот вот. И здесь какая-то надпись. Здесь я был вроде как. Да, здесь никого нету. Еще большой дом. Ну и в этом я тоже был. Значит, это последний дом. Так, еще фотоники. Достигнут предел. Предельный предел. Переключить. Чувак, может, хватит уже зажигать свет? В этом же, наверное, не весь глубокий смысл этой игры. Или мы заманиваем кого-то сюда? Там я включил свет, здесь включил генератор, здесь включил свет. Может быть, здесь тоже что-нибудь включить? Давайте залезем сюда на крышу, попробуем. Кстати, вот газ. Газ? А это что такое? Это фигня какая-то. Не, здесь нету ничего, и там ничего нету. Пушки заряжены. Все заряжено. А, кстати, может быть, этим можно управлять? Как он называется-то? Прожектором-то, прожектором. Ну-ка, давайте попробуем. Это ж прожектор, его можно вращать, нет? Нет, его никак нельзя вращать. И никак нельзя управлять им, да? И что ты нам показываешь-то? Я вот не понимаю, что, в чем глубинный смысл этого прожектора. Да что ж ломается-то все время? Так, сохранимся. Ну-ка, может быть... Нет, нас заметили явно. Музыка тревожная пошла. Почему тревожная музыка? Играет. А, они, наверное, здесь пошли, скорее всего, выход из этой долины небольшой. А сейчас прожектор их привлек, они туда. Вот мне так кажется. Скорее всего, так и есть. Не зря же прожектор этот включился. Просто я не ломанулся, как, может быть, предполагали создатели игры, что нужно ломануться, умереть и после этого понять, что что-то не так. Вот здесь тропинка явно идет. Значит, не взлетает даже. Ладно, фиг с ней, с этой тропинкой. Давайте с этой стороны обойдем. Поднимается, поднимается. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. О, забрался, слушайте, забрался. Красотища. Планета Харак. Так. Здесь ничего интересного я не вижу, привлекательного. Кстати, везде антенна, смотрите, натыканы. Так, по долинам и по возгорьям шла дивизия вперед. Мне смущает одно, что я когда этот проходил ущелье, там что-то Аня это кричала, типа, вернись, я здесь. Может быть, я ее все-таки там оставил? Не знаю. Ну тут совсем, смотрите, без ориентиров. Я... И голоса пропали в моей голове, да? Которые постоянно все советовали. Какие-то дырки везде, может, тут червяки какие-нибудь страшные, как в Дюне. Куда ж нам ломануться-то? Пойдемте напрямую, наверное, что же делать там? Спокойно, не ломаемся. Блин, скоро солнце сядет, опять по темноте шарахаться. Не хочется как-то совсем. Так, топливо надо сделать. Топливо, топливо.
Вот куда здесь идти, непонятно. Ресурсы я вижу. Нет, это не ресурс. Там какая-то круглая фигня. Это что, статуя, что ли? Я не пойму. Или что это такое? Золотистое. Так, сохранилась игра сама, значит, что-то сейчас будет. Это как будто море было, смотрите. Высохшее, здесь буйки остались. Буи. Вот буй, там дальше буй. Заржавели все. Что с вами делать? Как будто... Да, слушайте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я ж говорю, червяк. Ты что, я тебя не пристрелила, что ли? Да ты охерел. Слушайте, как-то странно стреляет. Два раза стрельнет и перестает стрелять. Блин. Атас. Где эта тварь? Ну да. Не трудно догадаться, чем были вдохновлены, короче, создатели этой игры. Ух ты ж, мамочки. Вы разведчики, ребята, крепкие, да? Ох, мамочки, мамочки, мамочки. Я, наверное, зря так пошел напрямую. Этих червячков я не могу убить. Прям действительно дюна, слушайте. Так, ремонтный набор. 72, так, и нам нужно батарейку сделать, вот такую штучку. Так, отлично. Сохранимся. Тут проблема в том, что непонятно, куда идти, в какую сторону. Может, от маяка к маяку? Но вот здесь вот дырка, опять червяк сейчас вылезет, наверное. Да, и он вылазит. Он не заставил себя ждать. Здесь дырка. Так что маяки здесь ни при чем. Надо подальше от дырок просто держаться и все. Да что ж такое, а? Идите его в баню. Да. Засранцы. Я как этот корабль. Ого, там мамочки. Вот тварина какая вылетела. Слушайте, еще одна. Твою ж налево, они все повлазили. Дайте я пройду уже, да? Нет. Черт, нас свалит побыстрее. Все, я свалил. Ну вроде здесь больше дырок нету. Это как будто какой-то кит. Фух. Здоровый кит. Он ресурсом не является? Не является, да? И ничего в нем интересного нету. Да блин, как так? Высота же вообще никакая была. Я думал, ничего не будет. Нет, он подломился, причем так неплохо. А, нет, 50 было у меня, да, вроде как. 56. Нету здесь ресурсов, я не знаю, куда идти. И никаких меток нету. Ну что ж, ребята, вернулся я назад. В общем, я... Оказывается, я, скорее всего, пропустил Ани. Так. Блин. И, возможно, это какой-то баг в игре. Потому что я ее не встретил. Она должна была быть где-то в самом начале. Она не зря кричала, типа, мол, эй, чувак, не уходи, я здесь. И видите, у меня никаких целей, ничего нету. Если это баг, то на этом все, конечно, все это печально. И на этом наше прохождение, скорее всего, закончится. Господи, куда-то полетел так высоко.
Потому что, ну, желания заново все проходить у меня никакого нету. Но я надеюсь, что это не баг. Надеюсь, там, я не знаю, я попробую сохраниться на этом месте. Так, а куда у нас здесь-то? Эй-эй-эй, куда у нас тут? Вот здесь, наверное. Вот, попробую сохраниться. И попробую заново загрузиться. Может быть, все будет нормально. Посмотрим. Так, надо перепрыгнуть, перемахнуть. А если не получится, то увы. Увы, увы. Ничего не сделаешь. Ну, вроде как, игра сделана обалденно красиво и очень интересно, и потрачено на нее очень много сил, это заметно. На графику, на интерфейс, естественно, не без косяков, но тем не менее, игра потребовала большого внимания, ей было уделено много времени. Во всяком случае, мне так кажется. На скандачка, на коленке такое не сделаешь. И я надеюсь, что у нас все получится. Вот здесь где-то Ева должна была быть. Вот здесь я посмотрел видос, она где-то должна была быть в начале, когда я вот сюда здесь появился. О, а трактор, обожаю тракторы. Попробуешь его на мне, пожалуйста. Это как-то двусмысленно звучит. Попробуешь на мне трактор, обожаю тракторы. Блин, она где-то здесь, значит. Ну, может быть, она невидимая. Давайте попробуем заново выполнить условия. Я здесь где-то появился на камнях. Это что? Ух ты! Красотка Ева стоит внизу. Блин, а как я ее не заметил-то, а? Посмотрите. Эй, меня зовут Аня, а тебя? Молчишь, как моя сестра? Эх. Если ты меня слышишь, предлагаю так. Ты ведешь меня домой к сестре, а я говорю за двоих. Давай, хорошо, Ева. Я ее Евой называю, это Аня. Найти мобильную единицу. Так, нам нужен трактор, да? По-моему, четвертая. Да, вот он. Не то. Это... Что это было? Взаимодействие с Евой было написано, блин. Как еще раз? Это ее инвентарь, да, я так понимаю? Ага, ну у нее что-то крафт не богато. Нам нужен трактор. О, вот так вот. Ох ты, наша пухляшечка. Смогу я с ней взлететь? Блин, топливо, походу, с ней тратится гораздо быстрее. Так, ну все. Она идет за мной, нет? Идет. Слушай, а я как-то телепортировались мы сюда, да? Нам нужно будет... И у нас цель появилась. Все, ребята, все. Все отлично. Ну что ж, я думаю, на сегодня на этом закончим. На этой счастливой ноте, на этом обретении роботами друг друга. И я нашел Ани. По привычке я ее называю Евой. И в следующей серии мы пойдем путешествовать через каньон, через ту пустыню. Я надеюсь, у нас хватит ресурсов и сил пройти, потому что там червячки прям сильно-сильно плюются. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, ребята, и всем пока.